Мы находимся на Конаковском кладбище, где недавно произошло ЧП, ну как недавно, вчера ночью, сегодня ночью били памятники. В общем, где-то памятники просто уронили, где-то избиты на две части просто вот, как вот, пожалуйста, вам памятник Старцева. Вот просто лежит плита, могила моего родственника. Вот, пожалуйста, где-то вот так вот даже вырваны они. Где-то вообще раздроблены вон куски. Просто, ребята, нет слов. Нет слов. Непонятно даже в какой последовательности, что били. 21 марта. В 9 часов 45 минут в дежурную часть УМВД России по Конаковскому району поступило сообщение от местной жительницы. Женщина сообщила о том, что на кладбище, расположенном в деревне Селихово, повреждено захоронение. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа УМВД России по Конаковскому району, а также сотрудники управления МВД России по Тверской области. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 Уголовного кодекса Российской Федерации на надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Проводится весь необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на раскрытие преступления.